Сегодня вы узнаете, что такое SEO, SMM, таргетинг и прочие вещи. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Земельков Юрий. Начну немножечко с истории. Начнем с того, что с Фейсбука, с истории Фейсбука. Дело в том, что однажды Марк Цукерберг решил в своем институте сделать следующее. Сделать на сайте какой-то ресурс, который, значит, на котором каждый мог зарегистрироваться, оставить свою фотку, значит, и написать, что он думает, и попросить людей прокомментировать то, что он думает. Но это студенты были, они, значит, обсуждали какие-то курсовые свои работы, например, то есть кто-то мог выложить и спросить, как вы считаете, правильно я думаю или нет, и, значит, они по задумке Марка должны поделиться этим самым. Получилось так, что человек вроде как пишет книгу, да, значит, и есть там его лицо, то есть фейс, и книга Book получилась Facebook, так вот незамысловато появилось явление как Facebook. У нас сейчас некоторые называют морда книга, вот так вот. И удивительным образом выяснилось, что людям это понравилось, и люди начали писать не только про курсовые работы, не только про что-то еще, а начали писать про все подряд. Оказывается, людям это было необходимо, это востребовано было, и люди начали писать там обо всем, что угодно, сказать, о политике, о чем-то еще, и это вдруг перекинулось, то есть люди начали рассказывать своим знакомым, эти знакомые, значит, уже не из института, не из университета, а из соседних областей начали, значит, там как-то подсоединяться, и это стало каким-то явлением, то есть получилось некое сообщество, которое пользовалось этим делом, и оно разрасталось, и как каждое сообщество, как каждая, так сказать, социальная группа, то есть оно начало как-то уже фрагментироваться по интересам, то есть появились группы какие-то по интересам, кто-то интересовался политикой, кто-то интересовался автомобилями, кто-то модой, кто-то еще чем-то, и люди начали вот интересоваться всякими такими штуками. И, Марк смотрит, думает, как прикольно, так сказать, там это самое, то есть люди начинают все вот это вот развиваться, оно само собой начало развиваться. И однажды, когда это вот раздулось все до больших размеров, вдруг к Марку Цукербергу приходят какие-то компании и говорят, слушай, а давай мы разместим рекламу вот в этих сообществах. Потому что люди там интересуются именно вот нашей продукцией. И мы готовы тебе заплатить деньги, если ты разместишь там рекламу нашу. И он такой, и пошли деньги. То есть вначале это было просто так вот, шутка какая-то, а тут пошли деньги. И получается, что рекламодатели начали получать прибыль, потому что действительно в тех группах, которые по интересам, выгодно размещать рекламу, потому что она действует там точно в цель. То есть реклама попадает точно в цель. И когда, что такое цель? Цель это когда, мы куда-то стреляем, там есть мишень, цель, по-английски это называется target. То есть цель, куда мы стремимся попасть. И реклама там попадает точно в цель, точно так же, как выстрел попадает точно в цель. То есть получилось, что там очень хороший таргетинг. То есть прицеливание – это таргетинг. Цукерберг понимает, что это можно монетизировать очень даже здорово. Он начинает это развивать и он начинает определять, а как же туда попасть, в эти группы, точно в цель. И он говорит, что, ребята, если вы будете мне платить деньги, то ваша реклама будет, точно достигать цели, целевой аудитории, в которую вы хотите попасть. И каким образом он начал определять эту целевую аудиторию? Смотрите, получается, что люди, когда пишут какие-то тексты, они начинают, когда вот группа формируется, такая вот узкая группа, у них, у каждой узкой группы есть своя особая лексика, свой особый язык. И он непонятен многим другим,
Вот. Ну, например, скажем, сейчас я вот написал фразу, которую вот я сам столкнулся с этим делом, когда я стал интересоваться трейдингом, я, значит, залез на какие-то чаты трейдерские, и там еще были не чаты, а форумы. Вот. И я читаю, значит, ну, например, вот сейчас вот что пишут. Шортил мамбу, вышел из позы, словил лося, чтобы Коля Моржов не пришел и не слил все депо. Вы что-нибудь поняли? Вот и я тоже ничего не понимал из этого дела, что такое мамба, что такое шортил, значит, вышел из позы, словил лося, Коля Моржов, кто такой Коля Моржов? Оказывается, это маржин-кол, вообще говоря, вот, ну, маржин-кол тоже непонятно, слил все депо, что такое депо, так сказать, это что, так сказать, депо трамвайное, нет, это депозит сокращен, ну и так далее, понимаете? И в то же время, когда я читаю, что женщины пишут, и у них там какие-то регланы какие-то, значит, там батники, водолазки, не знаю, там батники, я уже сказал, вот, ну, я у них не понимаю, они все это точно знают, что это такое, понимаете? Но зато ни одна женщина не сможет отличить, наверное, шпонку от шплинта и, значит, штуцер от, чего там сказать, штуцер от, шуруп от болта буквально. И если там будет написано, значит, суппорта потекли там и так далее, то, так сказать, это понятно, что, так сказать, тоже ни одна женщина не поймет и так далее. То есть получается, что в каждой социальной группе есть свой особый язык. И если мы видим у человека, то есть что такое вот слова, что такое тексты, которые пишут люди, а эти тексты, эти слова, они отражение мыслей людей. То есть мысли людей, как можно определить, что у человека в голове? Можно проанализировать то, что исходит из него, из этой головы. Он формулирует это в виде текстов, в виде каких-то, ну да, в виде текстов, статей. И что мы видим в этих статьях? Во-первых, значит, специальные символы вот эти. И если мы увидим эти специальные символы, то по этим специальным словам, а не символам, специальным словам, мы можем определить, в какой области находится интересы того или иного человека. Вот что важно. Например, вот автомобилисты. Клиринг, форсунка, ТНВД, ГРМ, суппорт, ЕСП, АБС, тахометр, там, развал схождения. Ну, как бы для всех автомобилистов это известно, что это такое, а женщины, наверное, многие не понимают, что это. Вот. Ну и так далее. Поэтому вот этот набор вот тех слов, которые есть специфичные, которые для каждого сообщества, для сообщества по интересам, это прямо вот вообще такая штука. Это называется ключевые слова просто-напросто. Ключевые слова. То есть по этим ключевым словам можно четко определить моментально область интересов того или иного человека. Вот что важно. И, значит, когда мы видим, значит, ну а Цукерберг, он же видит, что люди пишут, и он видит вот эти слова, выцепляет, да, он просто составляет это прямо вот буквально это самое, там, облако из этих слов, то есть, как вот набор из этих слов, и, значит, смотрит, так, частота, с какой встречаются те или иные слова в речи каждого человека, в статьях каждого человека, и он определяет, ага, он, оказывается, будет интересоваться вот этим, этим и этим. То есть мы уже знаем, понимаете, что такое ключевые слова. Вот что мы знаем уже. И что такое таргетинг. Теперь далее, смотрите. Ну, все бы ничего, значит, Цукерберг, значит, занимается анализом. Он, там не только Цукерберг уже, все остальные начали то же самое делать. Кто начал делать то же самое? Смотрите, на заре, еще когда не было даже Фейсбука. Я смотрю, значит, появляется, ну, интернет, и в интернете появляется масса рекламы, как ее найти, масса информации, как найти эту информацию. Начали появляться какие-то поисковые системы. Поисковые системы, первые поисковые системы, ну, были в Америке, сначала появилась такая сеть AOL, Америка Онлайн, популярная была, и потом там очень быстро выделился такой поисковик, Yahoo назывался. Вообще обалденная штука. Yahoo, я когда посмотрел, можно вообще все-все-все через Yahoo было
найти. У нас в это время появился Рэмблер, Рамблер. Вот, и через Рамблер тоже можно было найти все, что угодно. И эти соцсети были, вот, поисковики были офигительно популярны, и прямо вот вообще все пользовались, потому что поисковики, ну, то есть я задаю поиски, они ищут по всему интернету то, что мне надо, но они искали, во-первых, долго, во-вторых, значит, искали далеко не всегда то, что надо, потому что они были немножечко бестолковые в то время. И тут появляется, значит, там в США Google появляется, а в России появляется Яндекс. И они как раз придумали, как можно искать вот эту информацию в интернете, потому что они поняли, что есть ключевые слова, есть области, и не надо искать во всем интернете вообще все это, потому что мы берем и отделяем, значит, там мужчины интересуются этим, женщины этим, значит, там, если видно, что поисковый запрос посылает мужчина, то не надо ему там искать, где женщины, а, вот, сказать, надо в этой области уже, сказать, половину информации отсекается, уже быстрее можно найти эту информацию. Дальше мы анализируем, значит, запрос какой, там ищем ключевые слова. Если ключевые слова, то, значит, бамс-бамс-бамс, сегментируется поиск, и, значит, моментально уже сокращается та область, в которой надо искать, и если в этой области, а там уже все готово. То есть, если поисковик смотрит, следит за этим человеком, то есть он постоянно следит за этим человеком, чем этот человек интересуется, история его поиска, и он уже даже ему и не надо, так сказать, определять, значит, то, что он будет писать, потому что очень часто эти поисковики уже буквально заранее знают, что человек будет искать, буквально вот так. Это первое. И второе, значит, они даже, сказать, как бы им и не надо уже ничего не искать, потому что они подсовывают этому человеку то, что его интересует. Ну, например, если я интересуюсь там автомобилями, значит, меня интересуют там ЕСП, АБС, тахометры, то, в общем-то, сказать, не надо мне предлагать информацию про сумочки Louis Vuitton или, сказать, прокладки с крылышками какие-то, которые там супер впитывающие и так далее. То есть мне не нужны прокладки, так сказать, женские, а мне нужны, так сказать, прокладки разве что для, это самое, под головку двигателя. Вот, и наоборот, то же самое, понимаете? То есть женщин вряд ли интересуют, значит, проблемы с ТНВД, понимаете? Они просто не знают, что это такое, или, так сказать, какие потолочные покрытия, так сказать, нужно, так сказать, для потолка. Их это вообще, так сказать, они должны быть красивые и все, и белые. Вот, поэтому, значит, вот эти вот области, они определяются по ключевым словам и по поисковым запросам тоже. И я еще всегда думал в те времена славные, когда еще не было Фейсбука даже, а зачем вот, то есть появился, ну как бы сначала были, что там было у нас, телефоны, потом появились факсы, когда можно изображение послать по телефону, черно-белое, но потом появился e-mail, по которому можно было и написать письмо быстренько, то есть не надо уже идти на почту, так сказать, телеграмму посылать, можно, так сказать, быстренько на почту переслать моментально письмо и в письмо вложить что-то, вот, и, ну, почтовый ящик, понятно, что это стоил денег, потому что, ну, чтобы получить этот почтовый ящик, это все равно, что купить телефонный аппарат. Это стоило денег. И вдруг я смотрю, появляются бесплатные почтовые ящики. Я думаю, кому надо предоставлять почтовые ящики бесплатно? Для меня это была загадка. Почему они бесплатно предоставляют? Это же деньги. То есть он тратит на меня свои ресурсы, то есть для хранения данных. Оказывается, что все эти бесплатные почтовые ящики, они тоже хранят эту информацию о нас, и они ее читают, они ее группируют, и они определяют по той почте, которую мы получаем или отправляем, они получают тоже область наших интересов. Да, они клянутся, что они не читают наши письма, что они, значит, не интересуются содержимым этих писем. Но, ребята, АНБ, ФСБ, они все интересуются, и они ставят условием, что если вы не дадите нам доступ вот к этой информации, то,
Ну и, короче говоря, соцсети как могут сопротивляются, но они говорят, хорошо, мы тогда сами будем анализировать эту информацию, если там будут стоп-слова какие-то, там взрывчатка, так сказать, там, или там взрыв, то, значит, соответственно, мы будем сообщать вам об этом деле. То есть есть какая-то безопасность, во-первых, а во-вторых, вот, ну, поэтому и это оказалось полезным тоже для того, чтобы определять область интересов того или иного человека, который нужен для как раз вот точного попадания рекламы, для таргетинга. И соцсети развивались, стало все это явлением совершенно бешеным, появилась в интернете куча изображений и появилась порнуха. И тут, значит, все начали говорить, что ребята, запрещайте порнуху, а соцсети говорят, ну как мы ее запретим, это же там типа вот обнаженка там и так далее, как мы это определим, мы же не читаем, это же не текст, это же фотографии, они говорят, как хотите, либо мы вас запретим, либо вы это запрещаете. И, значит, была поставлена совершенная задача, потому что там уже колоссальные деньги шли рекламные через вот эти всякие соцсети, и появилась задача читать изображения, определять по изображениям, что же там изображено, и если там возникают, там сказать, фотографии каких-то гениталий, значит, то моментально эту фотографию надо блокировать и пользователя блокировать. Вот. На это были брошены огромные средства, и, конечно, вы понимаете, что все это получилось. Вот. То есть сейчас все фотографии читаются, но если такая сложная задача, так сказать, была решена, как, блин, так сказать, обнаженку, значит, прочитать и заблокировать ее моментально на этапе еще публикации, то, ну, намного проще стало читать, ну, вообще, так сказать, то есть определять, а что же там вообще, значит, на этой фотографии, так сказать, там есть запчасть какая-то или сумочка, или текст, тем более, тексты научились читать, тоже там системы распознавания текстов появились. И все, что изображено на фотографиях, тоже стало цифроваться, и тут же, значит, определяется так, на фотографии человек, на той фотографии, которую изобразил, то есть это либо пейзаж, либо деревья, либо какая-то техника, либо предметы моды одежды, либо что-то красивое, либо текст. Текст читается то же самое, и все это группируется, все это определяются какие-то ключевые тоже моменты уже из тех фотографий, которые человек помещает. Вот, то есть появилась система Big Data. И она тоже помогает определить область интереса данного человека. И она помогает определить, чем он интересуется, и чтобы дать ему информацию, то есть точнее. И возникла дальше уже, значит, ситуация, когда возникает уже конкуренция между различными соцсетями. Одни соцсети говорят, мы даем лучше, сказать, точнее, портрет клиента. Нет, другие говорят, мы лучше. И поэтому, значит, возникла вот гонка, кто лучше определяет, кто точнее определяет целевую аудиторию. И тут уже не до шуток, тут уже, так сказать, большие деньги стали туда вливаться, и все это расширялось дальше, и появляются, смотрите, новостные агрегаторы появляются, то есть люди смотрят новости уже не только по телевизору, и не столько по телевизору, и не из газет, а уже из интернета, как можно использовать новости, да очень просто. Смотрите, в новостях тоже есть такая лента новостная, и, значит, люди смотрят эту ленту, значит, они анализируют, смотрите, что анализируется, когда люди смотрят новости. Они анализируют, интересует человека эта новость или нет, или он пролистывает. Вот, на чем концентрируется его внимание, сколько секунд или миллисекунд он задерживается на том или ином изображении, ткнет он туда или нет. Если ткнул, значит, как часто они кликают на это изображение. Если он кликнул на это изображение, начал читать информацию, как долго он ее читает, как, насколько она его интересует. И появляется такая штука, что вначале анализировались только слова, потом стали анализироваться изображения, потом стали анализироваться действия, буквально вот куда смотрит человек, и из того, чем он интересуется, возникает портрет этого человека, область его интересов, и, значит, даже если мы хотим ее скрыть, то
Получается, что вот эти соцсети за счет своего искусственного интеллекта начинают понимать нас лучше, чем мы сами. И здесь уже не обмануть соцсети. Вот. И из этого можно делать выводы, понимаете? И все это вместе, вся вот эта информация, понимаете, время, которое он посмотрел, значит, на теленовости, значит, какие картинки он смотрит и так далее, это все в совокупности стало вот, ну, big data, так называемые, то есть большие данные. То есть вот возникло в интернете огромный массив больших данных, которые отражают интересы людей, и возникла ситуация, как ее обработать, и, значит, это был целый бум, обработка больших данных, естественно, в это вливались большие деньги, естественно, туда привлекались специалисты, специалистов было мало, поэтому они были высокооплачиваемы, поэтому все этим занимались, но, конечно, значит, для хранения этих больших данных требуются огромные мощности по хранению, то есть это память, это сервера какие-то, это надежность этих больших данных, сохранность этих больших данных, то есть масса-масса новых задач возникла, возникла целая отрасль. Вот, по большим данным. И смотрите, для чего все это делалось? Ради рекламных бюджетов, потому что компании, которые рекламируют что-то, которые хотят продать, как они рекламировали раньше в газетах, ну, газеты сейчас уже мало кто читает, читают все интернет, поэтому надо через интернет, а интернет там таргетинг, там, значит, точное определение, там точнее можно попасть в целевую аудиторию. И поэтому, вот возникло, все это. И когда возникли уже многочисленные социальные сети, многочисленные какие-то поисковики, и каким образом определяется, что такое поисковик? Вот помните, я рассказывал вот сейчас только что про Yahoo, про Rambler и как их победили Google и Яндекс. Они придумали вот эту вот поисковую систему, они придумали, как искать, и это был прорыв. Вы видите, что сейчас про Yahoo и про Rambler никто не вспоминает практически. А все знают Яндекс и Google. Почему? Потому что они совершили революцию в этом деле. Они сделали поисковые движки, так называемые. Ну, вообще говоря, по-английски это называлось Search Engine. То есть Engine – это движок, двигатель, мотор. Search – понятно, поиск. Поисковый двигатель, движок, поисковик. Search Engine. И они научились его оптимизировать. Он начал быстрее искать, оптимально искать через самые короткие пути. То есть, как только мы набираем текст в поисковике, в браузере Яндекс, то он уже сразу определяет нам варианты того, что мы хотим найти. Причем у каждого эти варианты свои, потому что он дает эти варианты индивидуально. Вот. Поэтому, значит, появилась оптимизация поисковых запросов. И вот этот вот движок, он называется по-английски Search Engine Optimization, вот эта вот задача, сокращенно SEO. То есть теперь вы знаете, что такое SEO. Это и появились SEO-специалисты. Что это за SEO-специалисты? Это те, которые подбирают, что надо писать в тексте, который мы хотим донести до людей. Если мы хотим максимальное количество людей охватить, то мы пишем текст, который оптимизирован для поисковой системы, для движка поискового. То есть мы должны заниматься SEO optimization, SEO. И получается, что мы должны всем этим заниматься. Появились специалисты, которые вот текстовики, которые подбирают вот эти тексты. И появились даже сервисы, которые помогают в этом деле, но об этом я расскажу позже тем, кто
проходит курс, как зарабатывать, если нет денег. Вот. Ну, а сейчас осталось рассказать, что такое SMM. И что же такое SMM? Смотрите, как я уже сказал, появились различные соцсети, в которых люди обмениваются своей информацией, обмениваются своими интересами, в которых люди общаются. Это и началось там с Фейсбука, потом Инстаграм появился, в России это ВК появился, потом что там еще, Одноклассники появились в России, вдруг стали необычайно популярными, потом ВК их забил, появились мессенджеры какие-то, которые выполняют те же самые функции, потому что в мессенджерах мы тоже пишем, и там по мессенджерам можно понять область наших интересов. И получается, что если реклама, если какая-то компания хочет прорекламировать свой товар, где она его будет рекламировать? Во всех соцсетях. Во всех соцсетях она будет искать своих потребителей, потому что ну, кто-то сидит в Фейсбуке, а кто-то в ВК, понимаете, а кто-то в Инстаграме. И если компания хочет продать свою продукцию, то она должна быть везде. И появляется уже, значит, есть рекламный бюджет в компании, как она будет его распределять между вот этими соцсетями. Появляется уже менеджмент. Менеджмент бюджета рекламного, который идет на социальные сети. Социальные сети по-английски social media. Менеджмент – это менеджмент, управление. Управление соцсетями, social media management, SMM. То есть поэтому появились SMM-специалисты, которые знают уже, ну, какие-то специалистами стали по соцсетям. Понимаете? И если мы хотим что-то продавать через соцсети, а если мы хотим заниматься бизнесом, то мы хотим что-то продавать, какие-то предоставлять услуги, то мы должны рекламировать себя, мы должны как-то себя показывать, мы должны доносить нашу информацию до наших потенциальных клиентов, поэтому мы должны заниматься тоже чем? SMM. Social Media Management. Вот что такое SMM. Теперь вот так вот коротко я вам рассказал, что такое SEO, что такое таргетинг, что такое Big Data, как оно устроено, что такое ключевые слова и что такое SMM. Ну, я надеюсь, что эта информация была полезна. Если она была полезна, то поделитесь ею со своими друзьями. Там есть такая стрелочка «Поделиться», пожалуйста, поделитесь ею со всеми друзьями своими, поставьте лайк, напишите комментарий. Оставайтесь на моем канале, подпишитесь на мой канал. А все это является, ну, частью, по крайней мере, обучающей программы, которая называется «Как сделать так, чтобы деньги были всегда». Что это за программа? Здесь не все выложено, там я просто в комплексе все это выкладываю. Она абсолютно бесплатная. Вот, я рассказываю людям, как можно зарабатывать без вложений, без инвестиций, без каких-то затрат. То есть считается, что бизнес – это всегда как бы для того, чтобы начать бизнес, нужны деньги, не нужны деньги. Я говорю, что люди, деньги не нужны. Вы можете заниматься бизнесом, не вкладывая деньги, получать деньги, ну, из того, что вы делаете. То есть вы тратите время, и как это сделать, я об этом рассказываю и показываю на практике, как зарабатывать деньги без вложений. Ссылочка будет под этим видео или в описании, или в комментарии, ну, где-то она будет, найдите ее, пожалуйста. А сейчас все, спасибо за внимание, лайк, подписка, с вами был Демитков Юрий, до встречи.